Какой на вкус Алтайский край? Он пахнет медом, молоком, хлебом и обязательно сыром, уверены жители Алтайского района. Несколько тонн этого продукта там накануне съели на сырном празднике. Подробности у Елены Хорошавцевой. В Куягане, в селе, где находится маслосырзавод, сыр ели на скорость, его тягали силачи, они же тянули телегу с сеном. Остальные гости доили коров на скорость и чествовали тружеников села, каждый из которых отработал на молочном производстве больше 30 лет и знает, как варить настоящий сыр. Сыр мыли, сыр в подвале парафинировали его, какие-то там эти стояло, и нажмешь на кнопку разогреться сыр, ты закурнаешь туда, запрессуешь его, запарафинируешь, отмывали, мыли его. Специалисты доказали, что на Алтае есть все условия для производства сыров швейцарских сортов. Силачи, в свою очередь, что могут поднять, съесть и унести как минимум 16-килограммовую головку сыра. Победитель забрал трофей с собой. Сыр мы кушаем только куяганский сыр. Это первое. Не то, что там импортозамещение, а просто знаем, что куяганский сыр самый лучший в этом направлении. Это первое. Ну, это моя победа, этот сыр, я его сразу отдал в школу. На празднике продали почти тонну сыра. Самыми популярными стали советский, российский и швейцарский сорта. В следующем году организаторы планируют удвоить эти показатели. Елена Хорошавцева, Александр Захаров, новости.